Никаких больше бутылок и разбросанного бытового мусора. Берег Байкала в поселке Листвянка чаще всего страдает от нерадивых отдыхающих. Некоторым сложно донести пластик и другие упаковки до урны. На защиту чистоты прибрежной зоны вышли местные жители и волонтеры. В рамках месячника саночистки привести в порядок территорию – задача, поставленная губернатором. Поэтому глава региона Игорь Кобзев сам вооружился перчатками и пакетами. На личном примере показывает, что к месту, где живешь, нужно относиться бережно и ответственно. В ходе уборки обсудили планы по развитию туристического направления в Листвянку. Начинать нужно с малого. Ремонт дорог, срезка аварийных деревьев, создание качественной инфраструктуры. В комплексе такие мероприятия дадут результат. Это и комфортное проживание людей, и цивилизованный отдых для путешественников, и сохранение экологии. Цель организации такого качественного взаимодействия и по утверждению генплана, и по границам, да, и по дальнейшему развитию, по всем, что связано внутри поселка, провести такие, проводить ежемесячные встречи для корректировки задач на следующий месяц. Ну и то, что сделали за предыдущий. Я думаю, это было бы интересно. Игорь Кобзев резюмирует, нужно закончить работу по разработке генерального плана поселка. Важно учесть мнение и пожелания местных жителей. Например, найти компромиссное решение по четкому разграничению пешеходных и проезжих частей, организации парковок, которые смогут разгрузить Листвянку от автомобилей. Мадина Халикова, АСТВ.